Всем здорово, ребят! Ну что, наконец-то свершилось это на русский сервер. Наконец-то завезли Огника и не только на серверах. Удешевление, подешевление, мега скидки. В общем, сейчас мы посмотрим это все. Ну а с вас, конечно, как обычно, лайки. Кто не знает о конкурсах на Огниках, есть такой конкурс у меня еженеделька. Посмотрите плейлист с конкурсами, там есть и условия. Как участвовать за прошлую неделю, я сегодня вечером разыграю еще одного, поэтому не упустите свой шанс. В общем, такие вот временные акции у нас добавили, как видите. Фобу можно собрать за два больших пака, но это не главное. Вот есть самое основное, гала-набор. И здесь можно получить Огника, по сути, вообще за копейки. IGG, что случилось? Мы целый месяц ждали этого, и наконец-то мы дождались. Поэтому, кто хочет, забирайте себе, кто хочет халяву, участвуйте в конкурсах. Что могу сказать? Вот тут вот красавчики. Четверть пака Огник уже стоит на русском сервере. Но это, ребятушки, еще не все. Сейчас я вам покажу, что делается на других серверах. Так, забрали мы халяву. Кузница, найм редких, гала-набор, жара. Больше ничего такого вроде на русском сервере нету. Архидемон, что там? Будет где-то через 2-3 дня. Окей. Поехали. Поехали на английский сервер. Посмотрим, что делается на английском сервере и на других серверах. Некоторые сервера попозже обновляют. Ну, я потом вам, если что, допишу. Ну, это, конечно, мега халява. Так, это мы на тестовом аккаунте. И что мы здесь имеем? 350 слизней, ребят, за большой пак. 350, это целый огник. Ой, огник. Целый зефир. 15 сумок, 50, половинка фобы и 15 камней. Я считаю, вообще отлично. Дальше, оккультист за полпака. Возможно, заберем на десяточку. Пишите в комментах. Или будем дальше ролить. Так, 100 тысяч. Вот, нормально. Так, обряд лечения. Удешевленный по 20 баксов. По 50 сундуков уже продают. Не по 50, 40, 40, 40, 40, а по 50, ребят. Тоже очень классный пак, особенно для тех, кто развивается. 6 вот таких вот сундуков хватает с головой для того, чтобы получить разные плюхи. Поэтому очень выгодная акция. У кого есть десяточка, забирайте. Так, что тут у нас? Тут у нас... карточки, это такой пак. Вот еще одна тема, ребят, целый зефир за один пак, его скин смены, блин, и девятые рунки. Ну, это тоже очень круто за один пак. Я бы забирал, кто хочет зефира. Ну, блин, это не 500 600, это просто один пак. Вот так вот, такие вот скидки, мега скидки месяца. Так, тоже хороший пак. Десятые рунки. Так, что тут у нас? Тут у нас вот этот выгодный пак. Ну, что-то они урезали. Было 840, можно было сверху получить. Они урезали, походу, эту халяву. Так, такой пак с ремочкой. Ну и пак ресурсов. Короче, прокачаться это не есть проблема. Так, что еще у нас есть? Хрустальный, ну как обычно, здесь хрустальные топовые плюхи. Фобу собрать уже не проблема, выбивать его не надо. Так, есть неплохой у нас пират, но он такой же уже, где-то через месяц его поменяют. И остров. Плюс один зефир. Так, окей, что еще есть? Один плюс один. Вот, смотрите, если у вас вы покупаете Мацен Галапак, вы получаете еще один. То есть, по сути, только Зефирика не участвует. Вот этот пак участвует, вы получите такой же. Этот участвует, этот. Вот это, кстати, выгодное предложение. Вот, да. Получается 630к сверху вы получите. Очень выгодно для тех, кому нужны самоцветы.
Так, лаборатория, понятно. Tower Gifts. Вчера была хорошая Tower of Gifts, я ее проспал, как обычно. Так, Lucky Flipping. Посмотрим, что здесь поменялось. Так, то же самое. Все. Smash and Win, покер. Императорская кузница. О! Посмотрите, какие обновленные молотки бога грома. Что тут продают? А, восьмерка всего лишь. Ну, большие верхние, конечно, ну, не очень. Давайте купим пару молоточков. Попробуем на удачу тыкнуть. Сейчас мы посмотрим еще, что там на Аисе делается у нас. И на Тайвань забежим. Немка все равно еще не обновилась. Ну, видите, все нижние сыпят. Восьмые сумки. В общем, только такое падает. Ну, тоже, в принципе, приятные расходники. Но оно того не стоит уже. А, так, с окей. Это наши вчерашние друзья, которых мы вытащили. И роллинг есть сегодня. 1500. Давайте на удачу. Вдруг кто-то недостающий. И вуаля, сразу же. Ребятушки, душек недостающие у нас. Это просто жесть. Хоть его можно купить за кгшки, но мы его выбили так. Сэкономили 20к кг. В общем, вот так вот. Что у нас в итоге делается по героям здесь? 86-91. Валька, Фоба, культист и череп. Ну, можно дождаться, когда их будут продавать подешевле. Так, давайте сбегаем на Тайвань. Ой, на Тайвань говорю, на этот. Или давайте, не, давайте сначала сбегаем, потому что если вдруг выбьет, то на AS сервер. Вот наш AS сервер. Посмотрим, что здесь сегодня интересного есть. Набор. Ну, тут такие же все наборы, один в один, временные акции. Тут один в один с нашим, только в два раза дороже. Вот в чем разница между АЭСом. Ну, тут бывают побочные. Так, добыча пирата. Вот видите, какая здесь добыча пирата. 6к. Здесь можно получить Ронина. Неплохо, неплохо. Вот такие расходники тоже довольно-таки приятные. Так, окей. Ой, это мы получили 6к кгшек на халяву. Так, что у нас есть еще? Магазинное безумие. Сейчас я посмотрю. Разбиватели яиц, парящий остров. Как обычно, надо забрать халяву. Один осколок зефирки. Блин, я обрадовался больше сундукам, наверное, как и многие из вас, чем одному осколку. Один плюс один, магазинное безумие. Давайте зайдем, посмотрим, что сегодня придумали в магазинном безумии. На, если пока телефон не сел. 2000. Неплохо. Карточки по одной продают. Зефирка 7. Осколка уже все распродано. Поразгребали. Ну, довольно тоже таки неплохо. 1 плюс 1. Кузница. Castle Clash. Рулетка удачи. Давайте посмотрим, что в рулетке удачи. Это, конечно, смешно. 10 коробок за 35 наград. А какой тут курс? 1400. Вообще бредовые награды, как по мне. Реально бред. Ну. Так, тут больше ничего нету. Так, окей. А, в общем, так вот, такие вот плюшки здесь поехали на наш сервак сейчас. Я верну обратно окошко. Побежим на Тайвань еще, посмотрим, что там на Тайване.
Ну, что я могу вам сказать? Плюхи довольно-таки годные. Реально скидки. Кому надо, забирайте. Я сегодня посвязываюсь с победителями, постараюсь быстренько всем раздать, все забрать. Такс. Что у нас тут? Обычная. Нету нигде самиков. Халявы никакой пока нет. Тоже раздают. Ну, здесь 2 раза дороже получается пока что. Тут ничего у нас не поменялось. Сто сорок шесть. Как он медленно идет. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.